Всем большой привет! Рада приветствовать вас на своем канале. Скоро закончится 2022 год, и за этот год у меня накопилось достаточно большое количество пустышек декоративной косметики, также парфюмерии, и я хочу с вами ими поделиться. Также хочу оговориться о том, что большинство средств, которые я вам сегодня покажу, они из проекта Project Pen, и, наверное, если бы не этот проект, пустышек бы не было в таком количестве. Ну, давайте, наверное, начинать. Первым, что хочу показать, это вот такие вот два тональных крема от Elian в оттенках 0,5 и 0,10. Мне очень нравится тональная основа. Я ее покупаю из года в год. Наверное, это пятая или шестая уже банка. Но, к сожалению, сейчас почему-то эти тональные крема я не могу даже купить в запас. С, с вообще убрали этот бренд. Там его сейчас не найти. А в золотом яблоке оттенки ну, изредка появляются, но, тем не менее, с тональными тоже почему-то какая-то совсем беда. Надеюсь, что скоро они поступят в продажу, и я смогу взять что-то в запас себе из этих тональных. Так, далее, что хочу вам показать, это, наверное, будут консилеры, которые у меня закончились. За этот год у меня их закончилось тоже два. Первый от Элиан в оттенке 01. И вот такой вот консилер от Vivienne Sabo из линейки Аврора в оттенке 02. Оба консилера мне понравились. У обоих среднее покрытие. Но, честно говоря, вот это даже понравился чуть больше, чем Элен. Элен я тоже покупаю достаточно часто, но вот в этом году я заметила, что расход у него достаточно большой. Поэтому на замену купила вот такой вот от Vivienne Sabo повторку. Покрытие у них среднее, кожу не сушат. Выглядит очень хорошо и в течение дня они не скатываются. Мне они тоже понравились. Возможно, в дальнейшем также повторю покупку. Следующее, что, наверное, я покажу, это будут сухие продукты для лица. У меня за этот год закончилась вот такая вот одна пудра от Релуи Pro. Она была рассыпчатая, прозрачная. Ну, в принципе, здесь можно видеть, как она заканчивалась за этот год. Здесь 10 грамм пудры. И, в принципе, мне ее хватило, наверное, месяцев на 8, по-моему, если я не ошибаюсь. Очень хорошая пудра. Также взяла ее повторно. Поэтому я думаю, что в следующем году, возможно, в проекте ее также увидите. Мне она понравилась. Если ну, кто-то увидит, я советую ее попробовать. И по сухим продуктам у меня закончился вот такой вот скульптор от эстрада Мон Секрет. Он у меня был в оттенке... Так, какой здесь оттенок? М -м -м, оттенок не могу найти. Но, по-моему, это 02... Есть... А, оттенок 208. Так, здесь уже все пусто. Коробочка у него, конечно же, развалилась. Причем практически в самом начале года. Мне одно время очень нравился этот скульптор, но когда его взяла в проект, я поняла, что скульпторами уже не так часто хочу пользоваться. Все-таки бронзеры мне нравятся сейчас больше. И повторять покупку вот этого скульптора я, наверное, не буду. Плюс у него расход достаточно большой. По сухим продуктам также у меня закончились одни румяна, но они у меня были в двушке, вот в такой вот от Лореаль. Здесь у меня сейчас перепрессован бронзер. Но здесь половинку раньше вставляли румяна, вот так же у меня закончились. Поэтому это я убираю. И следующее, что хочу вам показать, это будут продукты для ресниц, туши, которые у меня закончились. Их 4 штуки, 2 из них миниатюры. Честно говоря, из этих туши мне понравилась только лишь одна. Вот эта вот от Катрис. All Around Mascara. По-моему, она хорошо делала и объем, и удлиняла. Пока еще не повторяла. По-моему, если честно, Катрис сменили дизайн у этой туши. Но если в будущем мне потребуется, я, возможно, ее возьму себе на замену. Так, по туше. Вот эта тушь от клиник я абсолютно не рекомендую. Как и Lancome Hypnose. Эти туши делают слишком естественный взгляд. Клиник так уж совсем естественный. то есть прокрашивает свои ресницы. Они такие же тоненькие, без объема. Удлинение очень посредственное. В этом плане чуть получше, конечно, туша от Ланком. Она давала неплохое удлинение, но, как по мне, было недостаточно немного объема, поэтому обе эти туши я повторять точно не буду. И была вот новинка вот этого года от Vivienne Soboka Latex. Эта тушь мне тоже не очень понравилась. Она делала хороший эффект на ресницах, то есть она и удлиняла, и давала объем неплохой. Но, во-первых, она отвратительно смывалась, то есть она делала грязь под ресницами, которую, под глазами, которую было достаточно трудно отмыть. И мне не понравилась щеточка у этой туши. Сейчас покажу вам ее. Но слишком она уж жесткая и царапала мне века, поэтому и, по-моему, даже отпечаталась на веки. Эта тушь одна из самых отвратительных, которые я пробовала у Vivienne Сабо, поэтому тоже не советую. В этом году мне как-то не очень с тушами, если честно, везло. Но, в принципе, я думаю, что расход достаточно неплохой по ним был. Следующее, что вам покажу, это будут карандаши для глаз. У меня в этом году закончились, так, по-моему, еще один карандаш где-то, да, три карандаша для глаз. Два из них закончились в проекте. Это были карандаши Lamel 402. Здесь даже вот кусочек отвалился, от него совсем засох. Вот такой вот карандаш. Этот карандаш очень классный был. Он гелевый. И как подложка, и в качестве каяла. Мне он очень нравился. Но здесь уже совсем ничего не осталось. Первая пустышка. Вторая – это был вот такой вот карандаш от Нарс. Я, конечно, извиняюсь за внешний вид всей косметики. Сейчас они у меня лежали в одной коробке. Я ничего не протирала. Карандаш от Нарс был, по-моему, в оттенке Виа Винетта, если я не ошибаюсь, такой черный. Этот карандаш, ну, очень был мягкий, быстро закончился. Ну и не скажу, что этот карандаш стоит своих денег, поэтому повторять тоже его не буду. И закончился вот такой вот у меня карандашик вне Project Pen. Это карандаш от Kiss New York Professionals. Я не знаю, продаются они или нет. В оттенке бургунди. Он настолько был старый, что просто невозможно было. Мне его когда-то прислали на обзор для сайта рекоменд. Ну, здесь как бы уже все, он прокручивается. Карандаш оттенок, не знаю, может быть, будет... Нет, оттенок уже будет проблематично показать. Это был такой коричневатый оттенок с легким фиолетовым отблеском. Смотрелся он очень красиво. Я бы какой-то похожий бы оттенок, наверное, купила сейчас себе. Но вот этих карандашей, по-моему, в продаже уже нет. А следующее, что вам покажу, это, наверное, будут также продукты для бровей. За год у меня закончились всего лишь два карандаша. Но, к слову сказать, у меня сейчас достаточно давно уже в использовании карандаш от Катрис. Поэтому могло бы быть больше, если были бы вот такие вот микроматики. Закончился Brow Arcade от Vivienne Sabo в оттенке 04. И карандашик от Victoria Shoe. Честно говоря, оттенок подсказать уже не могу. Но он был такой серенький. Вот этот карандаш я покупала несколько лет подряд. Мне он нравится, у него такой графитовый оттенок. Но вот последний раз, когда купила, у него очень сильно крошился вот не грифель, а вот деревянный корпус сам очень крошился при затачивании, поэтому не стала его повторять. Но до этого я им пользовалась достаточно часто. И вот по поводу вот этого карандаша от Vivienne Sabo, они достаточно популярные. Но сейчас считаю, что, во-первых, и цена на них немного не соответствует действительности, потому что карандаши, такие вот микроматики по 400 рублей, считаю, что это достаточно высокая цена. И по поводу этого карандаша он у меня почему-то на бровях периодически смазывался, хотя оттенок очень красивый. Так, давайте, наверное, продолжим с единичными продуктами, которые у меня тут закончились. А для глаз у меня закончилась под тени вот такая вот база от Ламель. Я очень рада, я ее использовала и по прямому назначению, и последний месяц использовала ее как консилер. Здесь уже все абсолютно, там ничего нет. Вот, база эта, ну хорошая база в принципе, но есть аналоги, то есть сейчас ее нигде не купить. И как бы я не страдаю, есть хорошая альтернатива для нее. И закончился у меня вот такой вот ми микротестер от Тами в оттенке возглавляющей стаи. Здесь уже там ничего нет. Эти тени я использовала достаточно долго, хотя здесь всего лишь 0,15 мл. Но, наконец-то, они у меня закончились. Возможно, какие-то другие рассыпушки сюда пересыплю. Либо какие-то, может быть, тени, если разобьются. Поэтому саму коробочку я оставлю. И остались у нас продукты для губ в этом году они пошли у меня достаточно хорошо. Конечно, не без участия в проекте Project Plan. Сейчас вам все их покажу. Давайте, наверное, сначала покажу блески и помады, а потом уже ухаживающие продукты. Так, за этот год у меня закончились два вот такие вот карандаша. И э, одна помада и два блеска для губ по карандашам. У меня в проекте участвовал вот такой вот карандашик от Kiss New York Professionals в оттенке 06. Здесь уже абсолютно ничего нет. Неплохой карандаш, но тоже был достаточно старенький. И закончился вот такой вот карандашик от Vivienne Sabo. Я уже не стала здесь и мучиться пользоваться, потому что он очень прям коротенький, и краситься им было неудобно. Он был в оттенке 102, по-моему. Очень хороший карандаш. Поэтому его рекомендую. По продуктам для губ у меня закончились два блеска. Один вот такой вот блеск от Катрис с эффектом плампинга. Не помню, как называется. Какой-то, по-моему, липбустер. А он у меня в оттенке. Так, и оттенок уже тоже не найти. Был такой лиловый оттенок, но достаточно красивый. У меня еще есть на замену подобные то есть такой же блеск, только в других оттенках. Мне он очень нравится. А, помада у меня закончилась. Вот такая вот от Maybelline в оттенке 620. От Maybelline я очень люблю помады, мне они нравятся. Здесь абсолютно ничего не осталось. Оттенок такой чайной розы. Вот так вот он выглядит. Так. Вот так. Очень красивые, комфортные помады, поэтому от Maybelline я, может быть, что-то себе прикуплю, когда закончатся мои запасы. Мне она понравилась. И еще закончился вот такой вот блеск от Catrice Clean ID. Он у меня был в оттенке 0,30 Plum По-моему, они еще есть в золотом яблоке в продаже, но точно не знаю. Блеск хороший, мне понравился. Немножечко липковат, конечно. Конечно. Но из минусов у него слишком большой расход, потому что здесь всего лишь 3 мл, а туба достаточно большая. К слову, вот в этом катрис, по-моему, 5 мл было, хотя выглядит он в два раза меньше по виду. И по уходовым продуктам у меня закончились вот так вот 4 средства. А первые два это м -м, было, было масло от Ламель и крем для губ тоже от Ламель. Вот этот продукт масла мне абсолютно не понравился, то есть никаких уходовых свойств нет, как масло немного растекалось по губам, поэтому совсем не жалею о нем. И вот такой вот был крем для губ, вот он мне очень понравился, я бы есть, честно, повторила покупку, но, к сожалению, сейчас уже нигде не найти. По ухаживающим свойствам он намного лучше, чем вот это масло. Так, по бальзамам у меня закончились два. Вот такой вот от Birds Bees. Мне очень понравился. У меня еще и в запасах один такой. Он приятно пахнет огурцом и мяты, по-моему. Очень классный, хорошо смягчает. Я здесь прям поковырялась так хорошо в этом бальзамчике. Мне он очень понравился. И закончился бальзам от Nars. Он у меня был больше, конечно, в декоративных целях. Я планировала здесь еще немножко поковыряться, но, видите, я все уже сточила

Итого, 26 продуктов декоративной косметики у меня закончилось. Я все расходовала в обычном режиме для себя, то есть, несмотря на то, что у меня шел проект Project Pen, я не старалась что-то использовать прям быстрее-быстрее, лишь бы использовать. То есть, в принципе, для меня этот расход оптимальный. Я думаю, что в следующем году я возьму где-то, наверное... Ну, я надеюсь, что у меня закончится не меньше продуктов, как минимум, но все расходуется в том же режиме. Что по поводу проекта Project Pen, я хочу сказать, что просто я стала ну, чуть чаще краситься и более часто делать упор на какие-то определенные продукты. Например, если раньше я могла взять разные румяна и они у меня абсолютно выглядели как новые, то есть постоянно разные, ничего не заканчивалось, то сейчас я вижу какую-никакую ротацию. И хочу, наверное, вам показать пустышки парфюмерии, которые у меня образовались за этот год. И заодно расскажу вам о своих впечатлениях. Так, сейчас за этот год у меня закончились три маленькие вот такие вот фиолки. Миниатюрка от Джорджа Армани Сипасион. И вот такая вот миниатюра от Нарциссы Родригес Пермаск. Давайте, наверное, начну с вот этих фиолок. Здесь было неплохо, так средство. Да. Что хочу сказать, вот такой вот резор от Lancome, он по-моему нюд, да, называется. У меня их было несколько, но осталась одна, потому что в начале года я их как-то не собирала, я их выкидывала достаточно быстро, не видела смысла хранить. Тем более проект я начала только лишь с февраля месяца Project Pen. Этот аромат очень вкусный, ванильный. Сейчас уже не пахнет, но мне он очень понравился, поэтому этот аромат я советую. Держится он, по-моему, даже очень хорошо. У меня их было штучек пять, наверное. А потом мне очень понравилась вот такая вот миниатюрка от Вильгельм Парфюмер в Берлин. А очень такой теплый аромат, осенний. Ä, тоже ванилька немного пахнет. Он мне тоже очень понравился. Необычный такой на старте. Он немножко даже такой, как унисекс. Но очень вкусно пахнет. Согревающий аромат. А вот этот вот пришелец от Мюнглер мне не понравился совсем. Он какой-то очень сладкий, для меня оказался непримечательным, и держится он так себе. Вот поэтому он мне не очень понравился. Это не классический пришелец, а, по-моему, как-то вот он называется Елен Годес. Если я правильно читаю, конечно. Вот здесь прямо слишком много какой-то ванили, кокоса. Как-то мне он не очень пришелся по душе. Так, из того, что не понравилось, <laughs> это вот это... Ну, не то, что не понравилось, но как бы на любителя. Вот этот парфюм, э, пермаска от Нарцисса Родригеса, это какой-то, я не знаю, там культовый аромат, который мне хотелось попробовать достаточно давно. И в связи с э, ковидными ограничениями доступ к магазинам был закрыт. Поэтому я его брала вслепую еще тогда, по-моему, в Сепфоре. Вот такую вот миниатюрку здесь 10 мл. Как обещали, что это аромат свежести, я на сайтах читала. Но нет. В моем случае, я не знаю, мне почему-то он показался как такой аромат не свежести, а я ощущаю какие-то подвязшие ландыши. Мне он, ну не знаю, как-то он мне не очень понравился. Тем более здесь прям мускус такой достаточно выраженный. Я считаю, что у этого бренда есть более удачные ароматы. Вот это повторять я бы точно не стала. И вы, если раздумываете над ним, я бы советовала его сначала попробовать где-то в магазине послушать. И закончилась у меня вот такая вот миниатюрка от Giorgio Armani. Мне он тоже понравился. Я им, я его какое-то время берегла, но сейчас у меня есть вот такая вот миниатюрка 15 мл, поэтому решила, что нет смысла хранить вот такие вот маленькие флакончики, у меня их достаточно много. Вот раньше и в Сефоре давали в подарок, и еще в других, по-моему, даже в Вармане выдавались такие миниатюрки. Я решила, что вот такие вот постепенно буду вводить. Этот аромат очень женственный. Я помню, здесь что-то розовый перец, потому что я помню, что такие нотки с перчинкой на старте были очень нежный, женственный, при этом такой аромат с характером. Мне он нравился, у него и шлейф хороший, и стойкость, поэтому сейчас пользуюсь большой миниатюркой. Ну, а на этом все мои пустышки косметики, декоративки и парфюмерии. Я надеюсь, что вам это видео понравилось, буду рада вашим комментариям. А на этом все, всем пока!